Скорбина, туда обратно. Вот так вот. А где-то ведь 2 недели назад. Вот смотрите, что Румянцева. Путь 4. 8:38. Ну, все нормально. ИП-2Д 003. Электропоезд Демиховский. Машиностроительный завод. Отлично. Очень классно. Сейчас, глядишь, еще и стекла помоют. Нет, не помоют. Или уже помыли. Вот так вот моют стекла. ИП-2Д 003. Я так чисто интуитивно, кто-нибудь там может объяснит просто, как все это дело, нумерация делается. Я так понял, что ИП-2Д это, видимо, грубо говоря, модель. Дальше 003 это как бы поезд, а это уже 104 вагон в нем. Это с моей, так сказать, очень-очень примитивной логики. Румянцева. Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на межгородный электропоезд до станции Румянцева. Отправлением в 8:38. Продолжается посадка на пригородный электропоезд до станции Румянцева. Отправлением в 8:38. Электропоезд находится на 4-м пути. Электропоезд проследует со всеми остановками, кроме Аникеевка, Малиновка. Я бы не сказал, что посадка у нас продолжается. Она еще и не начиналась. О, давно надо было мне сказать об этом. Уважаемые пассажиры, поезд следует до станции Румянцева. Со всеми остановками, кроме Аникеевка, Малиновка. Ну и хорошо, чеш. Смотрю, почище стекла, да все они одинаковые. Хотя я думаю, что народу много не будет, поэтому можно будет и пересесть. Не знаю, может меня кидать тапками, но мне вот этот поезд очень нравится по комфорту. Вполне устраивает. Уважаемые пассажиры, поезд следует до станции Румянцева. Со всеми остановками, кроме Аникеевка, Малиновка.
ЦТПК можно купить билет на электричку от всех станций, оснащенных турникетами или валидаторами. Подробная информация на официальном сайте. Давай, торопись. Давай.
Следующая остановка Гражданская. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Красный Балтиец. Осторожно, двери закрываются.
Следующая остановка – Ленинградская. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Покровская, Стрешнева. Осторожно, двери закрываются. Да.
Следующая остановка Тушино. Осторожно, двери закрываются. Уважаемые пассажиры, всем счастливого пути. К нашему вниманию нужный практичный препарат ДОК устраняет засоры в трубах, предлагает Москва. Он имеет огромное всероссийское признание и подходит к трубам, устраняет любой сложности, чистит, дезинфицирует, убирает запахи. Открываем упаковочку, высыпает, выливаем стакан воды, проходит полчаса, включаем воду, нет засоров. Так что просто уникальное, вгоняет былые средства в этой области. Вышла совершенно новая партия, вот 3 года впереди, срок годности. 50 рублей, а 3 такие упаковочки, и срок, и кто пожелает, пожалуйста. Желает, пожалуйста.
Лаванда крымская, средство от моря. Крымская лаванда, средство от моря, ароматизатор. Хороша для здоровья. Только размять мешочки, заново иногда и кладить себе белья. Ценится со времен Древней Греции. Три мешочка на 100 рублей, мешочек 100 раз. Гели. Три в одном. Очень уважают наши опытные дачники от любых муравьев, садовых домашних и от тараканов. Выпускает для нас нижний Новгород. Вот монетка, уникальное средство. По одной пикапельку вот она несет 100 рублей. Предлагается пластырь под перицей домой на дачу. Таких колоя подорожника 30, чтобы упаковочки 50 рублей. Пластырь тигровый – это восточная медицина. Во всем мире высоко ценится на корнях и травах, убирает боли, заживляет раны, восстанавливает стату ноги, помогает при простудах, невралгиях, отеках. Все пишется. 4 упаковки 50 рублей. Кто пожелает, ознакомиться, пожалуйста. Знаменитый, уникальный клей. Пожалуйста, прижимайте. Крымская лаванда в дом. Следующая остановка – Павшино. Осторожно, двери закрываются. Thank you.
Уважаемые пассажиры, извините, пожалуйста, так вам обращаюсь. У меня была травма позвоночника, теперь у меня ноги не ходят. Если есть у вас возможность помочь, я вам буду очень благодарен за вашу помощь, за вашу поддержку. Скажу я добро, что вас вы можете? Помогите. Следующая остановка Апалиха. Прошу вас, я добро, что вы можете?
Следующая остановка Опариха. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка Нахабино. Осторожно, двери закрываются.
Короче, я пошла, там ручки, там еще ручки мои. Остановка.